поселке Афипском юбилейные медали района и поселенческое руководство вручили ветеранам Великой Отечественной войны. Позвольте мне вручить вам памятную медаль 75 лет Великой Отечественной войне. Вот, пожалуйста, медаль. И сказать от всех нас, от всех жителей района спасибо вам. Александр Алексеевич Селиванов награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за победу над Японией, 100 лет Георгию Жукову и юбилейными наградами. Помимо поздравлений для Александра Алексеевича прозвучали и музыкальные подарки. Юбилейную медаль из рук главы района получила Лидия Федоровна Женихова. Миллионы людей отдали свои жизни, чтобы уничтожить эту фашистскую нечисть. Поэтому и в мирное время вы работали, восстанавливали, всегда служили своему Отечеству. Огромное вам спасибо большое. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо. Здоровья вам крепкого. Спасибо. На долгие взаимно. Годы. Спасибо. Взаимно. И радуйте, радуйте своих близких. Лидия Федоровна с 1943 по 1945 год работала делопроизводителем в госпитале. После войны учителем в школе. Лидия Федоровна награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за оборону Кавказа и юбилейными наградами. В торжественной обстановке медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне вручили Таисии Ивановне Кравченко. Будучи молодой девушкой, в 1942 году добровольцем пошла в школу младших авиаспециалистов. После обучения Таисию Ивановну направили работать на аэродром. В обязанности оружейниц входило проверять состояние пулеметов и пушек. До декабря 1942 года воевала в 862-м полку. Чтобы жизнь была счастливая, и любить надо жить, и любить своих товарищей и друзей. Свои 97 лет Таисия Ивановна полна оптимизма. Вместе с творческим коллективом Афипского дома культуры исполнила песню. В преддверии Дня Победы юбилейные медали вручат всем ветеранам Северского района.